Ну что, ребятки, еще одни очки. Причем мне их блоки уже не первый раз не афишируют, что отправляют. Типа сюрприз. Можно сказать, на день варенья подарок, поскольку он у меня вот-вот. Спасибо. Прошлые у меня были отобраны детьми и женой. Надеюсь, эти мне останутся, если они на меня хорошо сядут. Почему я думаю, что это очки? А по привычке. Во-первых. А во-вторых, тут может написано что-то. Да, материал линзы такой-то. Короче, еще одна версия. Надеюсь, какое-то отличие есть. А иначе я не понимаю, зачем присылать одинаковые. Тыдыщ. Вау. Премиальная коробочка. Тряпочка для протирания. User manual. На очки, прикиньте, да? Испанский еще какой-то. Китайский. И еще какой-то. А русского нет, что ли? Обидно, да. Очень обидно. Да, русского нету. А русские знают, что с очками делать. И смотрим очки. По-моему, теперь уже прозрачная дужка. Круто. Постараюсь найти такие в продаже. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Фиг его знает, круто или не круто. Попробую найти такие же в продаже и сделать ссылочку внизу под видео. Ну, то есть, да. Прислали именно новую версию. С новым типом покрытия. Оно такое уже матовое. И смотрим, как это будет. На мне. Ну, только если за компом работать. Так, поворачиваю, чтобы было видно. И перебазируем как-то. Как это сделать? Так, что ли? Да. Ну, через них видно, скажу, необычно. На башке, скажем так, кавардак лучше делать вот так. Так, и давайте как-то сделаем, чтобы больше влезало в экран меня с очками. А меньше телефона. Ну да, короче, опять посадочка немножечко не моя. Но, как говорится, классическая... как называется-то? Это, оправа. Но сквозь них видно, конечно, необычно. То есть, теоретически, наверное, попробую использовать. Теперь могу вам попробовать имитировать использование таких очков. Где у нас тут камера? О как! Видите, да, разницу? Ну, короче, вот как-то так. Угу. То есть, они уже приняли форму, пока ехали. И теперь важно, какая дужка закрывается первой. Ну и дальше бокс. Салфеточка. Уши. Все. Здесь у нас, конечно же, встроен магнит. То есть, они захлопываются с щелчком. Материал твердый. Очки безопасности. Внутри покрытие приятное. То самое, наверное, из которого сделаны... А, ну да, вот она. И тряпочка. Ну, то есть, крутизна. Штука интересная. И необычное решение, то, что оправа прозрачная. Если кого заинтересовали, говорю еще раз, там внизу ссылка в описании. Всем пока.